Добрый день, дорогие друзья, мы начинаем смотреть ESL One Katowice 2019, который проходит в Польше, и начинаем мы смотреть этот турнир с группы A. Матч между командами Gambit Esports и Forward Gaming комментирует для вас Mortalles. Пару слов буквально о формате проведения. Две группы по 6 команд, каждая сыграет с каждой в рамках группы в формате Best of 2. Соответственно, ничьи возможны. Две худшие команды группового этапа в каждой группе турнир покинут. Две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку. Еще две команды пойдут покорять нижнюю. И после того, как объявили вообще группы, было много разговоров о том, что группа A на порядок сильнее, чем соседняя. Многие говорили о том, что это группа смерти, что здесь есть Secret, OG, да и эти две команды, не списываем их со счетов ни в коем случае. И, наверное, есть все основания говорить о том, что это так. For the Dream, неплохой коллектив, Mineski, в общем, нет слабых команд, и каждая встреча здесь будет безумно интересной. Что же касается параллельной группы, то там, наверное, состав чуть послабее. Комплексити, Alliance, не те команды сейчас, которые будут бороться на этом турнире за самые высокие места. Однако какие-то сюрпризы, естественно, преподнести ребята смогут, если что. Параллельно идет встреча между Team Secret и OG. Также матч невероятно интересный, проходит на Первом канале. Если вдруг интересно, можете посмотреть его. Чем еще интересен формат Best of 2? Это довольно сложные для прогноза встречи, потому что здесь нет точного победителя. И, как правило, коэффициенты на такие встречи очень похожи конкретно на победителя 2-0. Например, в этом противостоянии букмекерская контора Париматч дает по 3,5 на каждую из команд. На победу ничья котируется 1,85. В общем, предугадать будет довольно сложно. И до начала матча вот так на 100% явного фаворита здесь уж точно нет. Давайте потихонечку переходить к пикам. Nyx Assassin и Visage. Первые выборы для Gambit Esports. Brewmaster и Shadow Shaman появляются у их соперников. Последний патч 7.21b. Не сказать, что он сильно изменит мету. Да, возможно, какие-то вещи поменяются, но не думаю, что это будет очень глобально. ЦК. ЦК немного понерфили. Он в любом случае улетает первым баном. Понерфили исключительно пассивку, которая теперь на первых уровнях не такая сильная, как раньше. Но учитывая, что большинство игроков максили ее практически с самого начала, мало что для героя поменялось. Lifestealer по-прежнему актуален. Forward Gaming забирают его себе. Пока очень сбалансированные герои. Есть дизейблы, есть сильный кэри, есть какой-то пуш-потенциал. Ну и Брюмастер, который может занять как 4-ю, так и 3-ю позицию, в случае чего. Герой довольно гибкий. И Forward Gaming всегда, если что, смогут переиграть какие-то моменты, если увидят у соперника что-то мешающее этому Брюмастеру или кому-то еще. Третий пик от Gambit Esports. Ждем, кого ребята возьмут. Интересно, это Jakiro. Jakiro, который серьезно усиливает пуш-потенциал. Jakiro пока похож на героя 5-й позиции. Nyx Assassin, не сказать, что стал очень популярным после того, как его в 7.21 изменили. Да, он появляется, но не очень часто по-прежнему, хотя герой был усилен серьезно. В особенности талант на 10 уровне. 26 раз его брали, но при этом у него абсолютно сумасшедший винрейт, 73%. Много это или мало, конечно, вам судить, но мне кажется, это приличная цифра даже при такой выборке. Ну вот посмотрим, сумеет ли FNG вместе со своей командой этот винрейт у героя улучшить. Четвертый пик. Forward Gaming. Visage по-прежнему не ясно, куда пойдет. Forward Gaming в любом случае мидера еще добирать. А мидеров практически не банили. Только СФ сейчас недоступен. Все остальные персонажи по-прежнему могут пикаться. Задумались. Forward Gaming. Параллельно на третьем канале также должна идти встреча For the Dream против Mineski. Дальше пройдет серия матчей группы Б. Бестмастер, в ответ на которого сразу же Forward Gaming получает Морфлинга. Формат Best of 2 и вообще подобных, вернее, подобный формат турниров очень хорош тем, что здесь каждая команда встречается с каждой в группе, и реально можно оценивать силы коллективов. Вообще люблю эти Best of 2 серии. В отличие от тех же групп по 4 команды, где бывают ситуации, когда даже не каждый с каждым сыграет, здесь все смотрится как-то более сбалансированно. Я напомню, что это не DPC турнир, команды очки здесь не зарабатывают. Команды зарабатывают призовые, команды тренируются перед, возможно, более важными для них ивентами. Ну и команды, наверное, могут попробовать что-то новое, в особенности условный Secret, у которых явно все хорошо с очками. Они делят первые строчки с Virtus.pro. Ребята уже точно поедут на International, и здесь они могут, ну, не то чтобы развлекаться, но, по крайней мере, сыграть очень рискованно, как-то красиво, порадовать зрителей, вполне могут себе позволить. Последний пик — это Doom от Gambit Esports. Ждем последний пик от Forward Gaming. Сегодня очень много будет встреч. В сумме мы посмотрим сразу 12 Best of 2 серий. И Kunka last pick от Forward Gaming. Kunka был популярным, Kunka остался популярным. Kunku последний патч вообще никак не затронул, поэтому удивляться его появлению, конечно, не стоит. Kunka, кстати, при том, что герой достаточно универсальный, герой хорош в миде, герой, который может показывать себя очень хорошо на всех стадиях игры, у него в любом случае винрейт довольно низкий, менее 50, да менее 45%, что уж там. Многие пробуют, но не у всех получается. Бывают ситуации, когда Kunka свою линию выигрывает, а затем проседает вся команда, либо же напротив. Какой-то контрпик против него берут с самого начала. И выиграть линию не получается. YawaR, кстати, на нем сыграет. Universe будет выступать на Beastmaster. Resolut1on, естественно, на Lifestealer. MSS сыграет на Shadow Shaman. И SVG будет играть на Brewmaster саппортом. С другой стороны, Dakulych сыграет на Doom. Morphling в исполнении Афонина. fng сыграет на Jakiro. Daxak на Visage. Ну и Immersion будет играть на саппорт Nyx Assassin. Итак, смотрим. Смотрим расстановки по линиям. По линиям, я думаю, никаких сюрпризов мы не увидим. Бестмастер пойдет в сложную. Doom, правда, отправляется в легкую. В миде, как мы видим, пока стоит Морфлинг. Да, скорее всего, так все и останется. И любопытно будет посмотреть на войну 3 на 3, если она вдруг случится. Потому что и с той, и с другой стороны триплы, довольно... боевые. Я бы даже сказал, что у Гамбит здесь есть некое преимущество. У них просто сильнее прокаст. У них есть Nyx, который может остановить Брюмастера в том случае, если тот попробует подойти и дать клэп. Лайфстилер не обладает никакими особенностями, кроме удара с руки и самого лайфстилера бить на старте нет никакого смысла. Можно сосредоточиться на саппортах. В этом плане у Гамбит, возможно, даже будет поинтереснее. Посмотрим на исполнение. Это тоже очень важно. Может быть, Forward Gaming просто переиграют на чистом скилле. Сейчас нападение на Брюмастера. Можно попробовать ферзблат оформить прямо сейчас. Стан есть у Иммершена. Естественно, он его использует. Руну не получилось его ФНГ своровать. Теперь погоня за Брюмастером продолжится. Никс бегает на одну единичку, как мы видим, помедленнее. И SVG он здесь убить будет не в состоянии. Я правильно понял? 4 руны, да? 4 руны достаются Forward Gaming. Отлично. Resolut1on украл еще одну и просто побежал отсюда. Ну что, получится его как-то перехватить, наказать? Да нет, не особо. Нападение, с другой стороны, пошло на Shadow Shaman. Тот также не сильно расстроился такому событию. Итак, здесь будут происходить в любом случае самые интересные вещи. Снизу оффлейнеры пассивно фармят. В миде вряд ли кто-то кого-то сможет убить. Дело случая, конечно. А вот сверху снова экшен. Нападение пошло на Nyx Assassin. Nyx Assassin может погибнуть. Очень много урона ему наносят. Нет маны. Однако выживает. Ферзблат по-прежнему не состоялся. Дважды уже были близкие команды к тому, чтобы его оформить. Но, видимо, в другой раз. Shadow Shaman пока без дизейбла. В первый уровень. Левел, конечно, на линии будет получаться очень долго. А погибает Никс. Погибает Никс просто от вышки по стандарту, чтобы на базу не возвращаться. На нижней линии пока у Бестмастера дела идут несколько лучше. 7-2 против 2-0. Ну как несколько? Достаточно серьезно здесь Universe переигрывает своего соперника на старте. Не забываем, что у Дума есть способность зарабатывать дополнительные деньги, съедать крипов. Ну а сверху здесь пошла война за лесных крипов. И одного своровать получилось. Ну и вот Doom, в принципе, поравнялся. 8-0. Все у него также будет неплохо. В миде очень битые игроки. Оба, естественно, пока живут. Сверху очень много перемещений в лес. Все пытаются какую-то позицию более хорошую занять, для того, чтобы и крипов лесных зафармить, и не подставиться в то же время. Не сказать, что есть какие-то герои, которых прям легко убивать. Ну, наверное, Shadow Shaman самый уязвимый, если до него доберутся. Очень низкая скорость передвижения. Очень мало здоровья. Но пока очень хорошо держит он позицию и особо крипам не подходит. Да, хак. В качестве кэри Визажа выступает. Но в любом случае там есть Морфлинг. И если что-то пойдет не так у Визажа, Морфлинг всегда в лейте остается грозной силой. И на вопрос, сильнее ли он Лайфстилера, ответить на самом деле достаточно сложно. На просто-сцене не так много противостояний было у этой пары. А сверху снова экшен. Снова попытка напасть на SVG. Есть айспас. SVG погибнет наконец-то. Заработали. Гамбит ферзблат. Теперь погоня за МССом. Ну, тот очень уязвим. Много безумно ему урона наносят. Стан будет через 4 секунды. Мершин может попробовать его поймать. Айспас не попал, но он хорошо путь перегородил на всякий случай. И точно погибает Shadow Shaman. Теперь нужно ФНГ бежать отсюда. Resolut1on его отпускать не хочет. Очень быстро передвигается Лайфстилер. 377 мувспида, здесь почти на 100 меньше, и скорее всего ФНГ здесь погибнет. Может быть, получится каким-то образом уйти, но здесь нет стана, здесь нет ничего. 6 стиков, здесь 5 стиков на кулдаун. Пока 2-0. Вообще любопытно, за кого болеют зрители в этой паре. Есть очень много персональных болельщиков у Resolut1on. С другой стороны, СНГ-коллектив, за который нельзя не переживать. Многие, конечно, болеют рублем, как это говорится. Ну, очень сбалансированная пара. Forward Gaming, наверное, немного растеряли свои кондиции. Сейчас выступают чуть похуже, чем в конце того сезона, например. Однако коллектив в любом случае остается очень мощным и способным преподносить много сюрпризов. Да и огорчать они также будут даже лидеров. Читал очень много мнений о том, что Team Secret якобы должны вообще очень легко на расслабоне брать этот турнир. С одной стороны, да, наверное, по многим показателям эта команда сейчас превосходит всех остальных участников. Однако нужен ли этот турнир им настолько сильно? Убивают, естественно, FNG. И дальше продолжаем смотреть, что будет там происходить. В миде пошел Морфлинг бить YawaR. В миде пока 19-8, 17-4. Практически одинаковые показатели. Сверху снова экшен в очередной раз. Нападение на SVG. SVG уже не может клапнуть. У него будет 10 стиков. Он сможет это сделать чуть позже. Снизу абсолютно одинаковые показатели у игроков. Вообще игра может получиться очень напряженной, если в мидгейме кто-то не сумеет заработать большое преимущество. Doom левел 5. Infernal Blade в 3 вкачен. Постоянно он спамит им по Universe. Universe без здоровья, без регена. У Universe нет поблизости рун, и Universe придется, возможно, шрайн идти использовать через несколько секунд, если еще один Blade получит или побежит прямо сейчас. Ну а здесь Immersion может погибнуть в очередной раз. В этот раз команды, кстати, поделили руны 2 на 2. Но Nyx Assassin не отпустили. YawaR на хосте прибежал, фраг свой первый заработал. Снизу, думаю, уже есть фейзы, есть 6-й уровень. Ультимейт он пока не качает. Ждет более удачный момент. Может быть, придержит скиллпоинт. Перед 7-м где-нибудь YawaR прокачает еще раз и съест очередного крипа. Как же больно, конечно. Бестмастеру. Не способен он без топоров каким-то образом напрягать этого Дума. У Дума и армора приличное количество, и атака с руки довольно высокая. 100 уже. Ну а сверху ждем очередной экшен. Ну ладно, подождем еще немного. 2-4 счет. Я прошу прощения, пропустил там фраг в миде на морфлинге. YawaR его заработал в одиночку. Сверху снова попытка напасть. И в этот раз эта попытка может закончиться успехом. FNG пытается бежать. Очень мало здоровья, нет сапога. Резолюшн его, естественно, хотел догнать, но получил стан от Immersion, который сразу троих им зацепило. Вот это было здорово. Это было очень круто. И здесь YawaR на перехват уже пошел. 1200 хп. Может особо ничего не бояться. Здесь ловят Никса. И в Никса сразу же корабль полетел вместе с Торрентом. И отсюда его уже никто, скорее всего, не отпустит. 5-2. 2000 перевес в пользу Forward Gaming после первых 7 минут игры. У них нет топ-крипстатов, но у них нет героя, который проседает так же, как Daxak. Daxak еще очень далеко от 6-го уровня. А значит, птицы, которые действительно на ранних стадиях могут, да не только на ранних, могут решать вообще исход драк, они будут не скоро еще. Без них это довольно посредственный герой. Когда ты стоишь в триплет, ты в принципе априори не можешь быстро экспу получать. Приходится жертвовать и делиться ей с тиммейтами. Kunka возвращается на мидл, 8-й левел у него. У Морфлинга пока лишь только 7-й. Руна. Руна Инвиз достается YawaR. Руна, которая позволит ему куда-то выйти. Телепорта, правда, нет. Возможно, пешком до куда-то добежит. А сверху у нас снова что-то может произойти в самое ближайшее время. Нападение на Визажа очень нагло. Прилетает сюда Морфлинг. Будет попытка на развороте убить SVG. Скорее всего, тот погибнет. SVG последний удар получает. Дальше погоня за МСС. МСС очень медленно передвигается. Immersion побыстрее. Стан через 2 секунды. И айспасом попадают, но продолжения никакого, потому что рядом есть уже Universe. Рор в Immersion. Стан попадает только по одной цели, и за это его наказывают. Дальше будут искать Jakiro. Есть телепорт, пытается фнг его прожать, и у него получается это сделать. В любом случае, не получилось в очередной раз команде Гамбит выиграть драку без потерь. Обязательно кто-то приходит, обязательно кто-то убивает. Сначала это был Kunka, сейчас это Бистмастер. Ну, действительно, кулдауны на ультимейты у них достаточно непродолжительные, и драки эти два товарища могут навязывать довольно часто. Просто ходить по карте, искать людей и убивать прокасты. Такой прокаст сейчас переживет мало кто. Мы видим, что Doom за счет того, что вообще ни в чем не участвует, а просто фармит крипов на линии и в лесу, имеет пока что лучший нетворс. Это пока. У него есть 9-й левел. Resolution. Ну вот так просто нападать на Resolution. Попробовать, конечно, могут как-то забайтить. Universe там соло тем временем убивает Jakiro. Без рора это произошло. Вот так просто затыкал кабаном. И руками, конечно. 2000 перевес в пользу Forward. Ну а здесь Immersion пошел на разведку и чуть не подставился. А вот теперь получает крест. Получит и весь остальной прокаст от Kunka. И может пострадать. Однако есть поддержка от команды. Погоня за Shadow Shaman'ом. Тот просто бежит. Очередной торрент очень точный. В Дума. Через секунду была сетка. Не стал Shadow Shaman его преследовать. Посчитали, что можно пока и без драк обойтись Forward. Никого не убили, но самое главное, никого не потеряли. Поменялись, кстати, ребят, местами. Beastmaster теперь уже достаточно давно стоит сверху. Lifestealer на нижней линии. Пока в одиночку. У Kunka Shadowblade в проекте. Тоже стандартный абсолютно предмет для героя. Никаких сюрпризов здесь. Ну а здесь у нас очередная драка. Здесь нападение на SVG. Через Doom его могут убить. Но через Doom, конечно, убьют. Там ульта в любом случае не было. И такой Брюмастер пока угрозы из себя не представляет. Надо будет, кстати, посмотреть винрейт Брюмастера. Мне очень интересно, насколько он хорош в сравнении с тем, как часто его пикают. Здесь Resolution очень вовремя рейдж прожимает. Пошел просто бить руками Immersion, но ударился в карапасы. А дальше погоня продолжится ли? Ну, судя по всему, да, Resolution не хочет отпускать. Через 3 секунды стан. И втроем побоялись зажимать здесь Никса. Любопытно. Интересно, какого героя после последнего минорного такого изменения начнут пикать чаще? Мне вот очень на Вивере, например, понравилась новая пассивка, вернее ее улучшение. Убивает сверху в очередной раз ФНГ. Здесь Universe просто бросает рор в Акулыча, чтобы убежать отсюда поскорее. Ну а снизу Shadow Shaman уже вовсю пушит Т1 вышку. Пока Forward Gaming играют практически безошибочно. У них правильные передвижения. Они постоянно убивают. Они еще и пушить умудряются. И крайне удачно перемещаются по карте. Т1 сейчас будет разрушен. Это вопрос времени. Варды еще 17 секунд продлятся. Именно с Т1. У Jakiro условного еще нет 6-го левела. Здесь нет 6-го у Брюмастера. Брюмастер его может получить пораньше. И сразу же будет ультимейт, и сразу же начнет он вносить импакт. Если, конечно, прямо сейчас не погибнет, потому что Никс уже в позиции, готов нападать. Правда, рядом Кунка. YawaR, если что, засейвит тиммейта. Пока же пошла просто атака на Морфлинга. Ну, пробить его будет тут крайне тяжело. Перекачка есть. Universe. Купил себе Владмирс, купил себе Фейзы. Пока ничего нового, и что-то к нему летит. Летит медалька. А это повод забрать Рошана. В скором времени. Лайфстилер плюс медалька плюс Владмирс. Вперед из песни, как говорится. Все у команды для этого будет. Гамбит. В теории даже драку могут попробовать навязать. Дум у них есть. ФНГ надо получить какой-то левел. Купить тапки, наконец. С экономикой, конечно, безумно все у него плохо. 770 единиц золота накопил за все время. И в 2 с лишним раза уступает своему же союзному Никсу. В миде Forward Gaming заходят на Т1 вышку и будут ее ломать очень быстро. Макропира не особо помогает. Крипы, конечно, погибли, но на этом как бы все. 4000. Успокоилась немного игра. Гамбит хотят немного ее затянуть, судя по всему. В драке особо не влезают. Понимают, что сейчас слабее. Засплитпушили верхнюю вышку. Никс. Ультимейт через 15 секунд. Лайфстилер вообще снизу не уходит. Постоянно смещается в лес. Метается от линии к лесу. Фармит все, что видит. Ну и Shadow Shaman, кстати, с ультимейтом можно вообще на Т20. Но пока же он летит наверх. Здесь попытаются поймать Никса. Никс. Но снова на прокаст Кунки попадается и без шансов отъезжает. Ну и, возможно, будет попытка наконец-то прогнать отсюда Resolut1on, а то совсем уж наглеет парень. Да, действительно. Просто прогнали, убить его там невозможно. YawaR. YawaR вообще ничего не боится. Просто в наглую на Дахака нападает. Но он пока здесь один. И он по-прежнему здесь один. И команды-то даже близко нет. YawaR будут за это наказывать. Ну, очень опрометчивое решение. Гамбит абсолютно заслуженно этот фраг зарабатывает. Так уж наглеть, наверное, совсем не стоит. Да и не сказать, что Visage с пассивкой настолько уязвим, что его можно вообще в соло убить. Здесь ловят также Юниверса. И вот это отличный ответ от Гамбит. Они убили одного, они убили второго. И там в миде могут, правда, потерять Афонинджи, но на этом их проблемы закончились. Морфлинг уходит. Два отличных убийства в исполнении Гамбит. Немного денег они отыгрывают. Ну, а Resolut1on вернулся туда же, откуда его и выгнали. Этот лесной спот плюс линия. Shadow Shaman недалеко. Ультимейт есть. Doom отправляется вниз. Никс. Тоже, конечно, с экономикой все плохо. Shadow Shaman на порядок быстрее фармит. Ну, а здесь зато хоть какие-то деньги появляются, но нужно очень много тратить валюты на расходники. А здесь находят ФНГ. ФНГ может погибнуть очень быстро. Минус Джакира. Но дальше ломать Т2. Ставятся варды. Лайфстилер с Мидасом играет. Несмотря на то, что Мидас немного понерфили, он, как мы видим, до сих пор остается актуальным у игроков. У Дума он также есть. Однако Дум отстает. Здесь же у Лайфстилера в скором времени будет Radiance. 5000 перевес в пользу Forward. На самом деле очень хладнокровно и уверенно Forward играют. Было два загула. Это, знаете, как будто немного что-то ударило в голову SVG YawaR, и он сказал: я смогу, я попробую. Вспоминаем этот эпизод, но Глобально он, конечно, ни на что не повлиял. Пока Форвард очень уверенно игру контролирует. Но это до поры до времени. Очень хочется, чтобы игра получилась не в одни ворота. Пока ее такой назвать язык не поворачивается. Перевес слишком небольшой, нет какой-то тотальной доминации по фрагам. Абсолютно все сбалансировано. Команды явно стоят друг друга. YawaR. Пол лица. Отлетает просто в небытие у ФНГ. А Beastmaster также будет играть через Shadowblade. Lifestealer. Midas. Есть. Radiance дофармит очень скоро. Или уже купил, я не посмотрел, что там было в мертвом курьере. А в миде тем временем находят YawaR, кстати, в очередной раз. Это уже его вторая смерть. И вот оба раза был он в одиночку. И очень далеко от своей команды. И моментально заходит гамбит на Рошана, понимая, что без Кунки Форвард там мало что сумеют сделать. Прокаста вот этого сильного нет. Да и Форвард сами бы при любом удобном случае попробовали сделать то же самое. И отличный просто ответ от гамбит. Они могут попробовать вообще без потери все здесь оформить. Да еще и SVG убить через Doom. Отлично. И дальше Афонин забирает себе Аегис. Правда, снизу на Т3 поломано наполовину. Никса получилось забрать, но такие потери гамбит абсолютно устраивают. Они максимум просто выжили из ситуации. Убили Кунку, снесли. Вернее, убили Рошана, забрали Аегис и могут снова продолжить фармить. Снова продолжить набирать недостающие предметы. У Морфлинга еще явно много слотов. Visage пока также выглядит не самым сильным. Да, но Radiance в курьере в любом случае. Очень скоро он... Курьер, в смысле, Resolut1on посетит и вместе с медалькой еще немного появится предметов у кэри команды Forward. Сверху тем временем гамбит. Почувствовали смелость, как будто. Почувствовали силу, в смысле, обрели смелость. И дальше очень хотят что-то придумать. Однако здесь подставляется Никс, ловит Хекс. Очень быстро его здесь будут убивать. Пошел Universe дальше в погоне за следующей целью. Птички садятся, но Дахака также сумели остановить. Скорее всего, получит он от SVG камень в затылок. Да и все остальное он также получит. Минус 2. Форвард отвечают. Вот это уже хорошо. Beastmaster. Ну и вот он, запакованный курьер. Уже как тут много всего. Итак, что будет собирать дальше себе Морфлинг? Морфлинг будет покупать себе ее в скаде, как мы видим. Статы вещь полезная. Форвард в ближайшее время не собираются никуда двигаться. Пока у соперника есть Аегис, рисковать не стоит. Ну, вот этот товарищ, конечно, периодически может себе позволить. Однако и он отступил. А здесь Морфлинг. И нужен Shadow Shaman или Beastmaster. И будет Рор. А хватит ли урона? Но если Shadow Shaman не выпустит, то, конечно, должно хватать. И это минус Морфлинг, минус Аегис. Что дальше? А дальше уже команда потянулась. Можно попробовать контратаку провести. Морфлинг уже готов идти в бой. Садятся птички на SVG. SVG не жилец. Тут погоня также продолжается за Lifestealer'ом. И Doom тот получил, и также стан. И погоня будет до конца за ним, судя по всему. Здесь по-прежнему SVG живет. Как же много времени он выигрывает. Драка вообще на три фронта разделилась, потому что здесь Shadow Shaman против Морфлинга в соло. Двоих Форвард теряют уже, и они не способны сражаться прямо сейчас. Им нужно отступать. Гамбит отыгрывает абсолютно все. Гамбит реализовали Аегис в полной мере. Форвард банально не успели отступить. Уже было видно, что ребята не хотят сражаться второй раз, но их Догнали. Нет, это Aegis был. Практически максимально эффективно реализован. Было в районе 5000 в пользу Radiance, в пользу Dire, прошу прощения. Сейчас этих цифр нет и в помине. И вот к 23-й минуте игра только начинается. Очень много внешних вышек еще остается у Forward. Гамбит еще есть чем на карте заняться. Снизу две, в миде и сверху по одной. У самих же Гамбит осталось только два тавара. И пока они не планируют пушиться командой Forward, судя по их перемещениям. И Мершин уходит. Мершин, на самом деле, довольно большой объем работы выполняет. Он постоянно показывает местонахождение вражеских героев. Он не бесполезен в драке. Да, у него много смертей. У него чересчур много смертей. Больше половины смертей команды именно на нем. Ну а что поделать? Приходится чем-то жертвовать, если ты приносишь пользу. Resolution. Рейдж прожал и просто побежал отсюда куда подальше. Успокоилась игра. Снова довольно мало событий происходит. Морфлинг. А в скаде не за горами. Что там по смокам? Не вижу ни у тех, ни у других. В очередной раз Nyx показывает, кто где находится. Ну, карта пока довольно интересная. Может быть, не так много киллов, не так много экшена, но при этом вот это напряжение стартового матча на турнире, оно явно сказывается. Ну и тут Immersion снова загулял, и в этот раз загулял так себе. Погиб, попытка напасть на Лайфстилера. Здесь FNG уже очень пробитый, неплохой. Ультимейт там полетел в Лайфстилера, может быть, и получится его убить, но уже потеряли двух саппортов. Ребята из Гамбит. Акулыч, конечно, фракцию зарабатывает, Морфлинг уходит, но в любом случае потери неизбежны. И будет, возможно, попытка догнать еще кого-то. Плохая драка для Гамбит. Плохая, потому что потеряли троих. Возможно, потеряют и еще одного. А так и будет. И вот это уже было плохо. Просто плохо, откровенно. Nyx погиб, не успев сделать ничего. Байбек хоть и прожал, но также не успел вернуться. Ну и в очередной раз как-то все в плане нападения у Гамбит не работает. Ну вот он, Doom, побежал вперед на всех парах. Ультанул. А дальше? А дальше кто будет бить этого Лайфстилера? Того еще и команда засейвит, если что. Попытка напасть на SVG. И как бы эта попытка не закончилась проблемами для Афонина. Нет, пока живет. Макропира от ФНГ. Попытка все-таки добить этого Морфлинга и убивает без шансов. 60 секунд не будет его. Пошел просто Doom в БКБ, но рядом есть уже Universe. Погибает, однако, Shadow Shaman. Ну и просто толпой будут бить Дума. Сбить телепорт уже не получится, но вы знаете, Акулыч красавчик. Он сумел убить двоих и улететь безнаказанно. И драка вместо того, чтобы закончиться серьезными потерями для Гамбит, заканчивается 2 в 2. Да, это были два саппорта, но Doom явно не расстроился, что убил именно их. Он по-прежнему первый по нетворсу. И по-прежнему очень сильно проседает Visage. Visage, как мне кажется, в полной мере не показывает себя в этой игре. Просто как герой. Не скажу, что Daxak исполняет как-то плохо. Но то, что весь потенциал героя благодаря, в кавычках, сопернику, не реализован. Мы не видим какого-то сумасшедшего пуша от Daxak. Мы не видим большого количества урона от него в драках. Ну и слотов. Слотов пока катастрофически мало. Ну а Forward не собираются отступать. Мы помним, что тут довольно бита эта тривышка, и с Серпент Вардс можно ее будет уничтожить довольно быстро. Ну а пока же нападение на Джакира. Джакира просто за два удара умирает. Здесь также может погибнуть Морфлинг. Морфлинга нельзя терять. Минус Морфлинг. Как луч врывается под БКБ. Но он один против всей толпы не сделает ничего. Макропира, конечно, лежит. Форвард могут спокойно отступить. ФНГ выкупился. Минус 2. И единственный хороший момент для Гамбит — это вот эти варды, которые не стоят ближе к хайграунду, которые не могут бить вышку. Ну как же много времени сейчас себе форвард выигрывает. И моментально это время используют для убийства Рошана. Они заберут себе сыр с Аегисом. Скорее всего. Морфлинг имел байбек, но он не стал выкупаться. Не будет выкупаться сейчас. Гамбит сюда не успевает ни в коем случае. Ну как же много команды отвечают друг другу хорошими действиями. Сначала одни сыграют здорово, потом другие. Чем ближе к лейту, тем такие выигранные драки будут решать больше. И пока форвард возвращают себе максимальное преимущество, которое у них было в районе 5-6 тысяч. Ой, как неудачно прыгает сюда Морфлинг на телепорте. Сразу же Хекс получает. Также есть сетка. Успеют ли добить? Да, успевают. Байбек у него есть, он пока не выкупается. Вот сейчас байбек использовал, но ему пешком сюда бежать. Кстати, лайфстилер погибает, но это только Аеги. Shadow Shaman погиб также. Корабль прилетел в Nyx Assassin. Попытка догнать Юниверса. Юниверс подставляется. Очень неплохо. YawaR ударил, и Resolut1on снова бьет. Он бьет в спину, он просто грызет всех, кого может. Doom, конечно, раскидывает очень много урона. Убил также Бистмастера, но этого пока недостаточно. Дахак, этот даблкилл, кстати, достался. Ну, а теперь Акулыч. И тут здорово возвращается Морфлинг. Очень вовремя убивает Shadow Shaman. Не будет большого количества дизейблов. Также в спину YawaR разбирает. Минус YawaR. Огромное количество просто смертей в этой драке. Resolut1on уже не знает, как добраться до Дахака. Вот они, птички, садятся. Айспас очередной. И вдвоем остались ребята из форвард против трех героев соперника. Afoninje просто бьет Resolut1on. Тот вот только сейчас разворачивается. Но может и пострадать здесь Резоль. Без шансов добраться до вражеских героев он был не в состоянии. Просто два раньше персонажа затыкали его до смерти. И сколько там получилось убийств? 4 в 4 плюс по байбеку. Морфлинг после байбека не умер. Shadow Shaman, однако, погиб. SVG также погибает. И снова отыгрывается Гамбит. И в этот раз был невероятно полезным байбек от Морфлинга. Классно. Ну и Doom, конечно, выше всяких похвал. Как у него много слотов. Какой у него большой нетворс. Как же его боятся в этих файтах. Много хп, много армора. Приличное количество урона. Это все только начало. А дальше будет Doom. Под номером 2, потому что он хочет купить себе рефрешер орб. Если игра пройдет в таком же формате, в таком же темпе, то до рефрешера мы точно доживем. А рефрешер это двойной ультимейт. Условный Кунка плюс кто-нибудь. Причем вообще не важно кто. Можно и в лайфстилера бросить. Иммершн подбирает руну. Последнюю. Всего лишь 2000 ведут форвард. И в чате там наверняка люди уже спорят между собой. Сначала одни сказали, да 6000 это уже точно конец. Потом одна драка, и там уже кричат камбэк. Что-то такое было 100%. Обязательно в перерыве посмотрю. Интересно же. Ну а пока снова затишье перед большой бурей. Снова обе команды хотят сыграть максимально осторожно, максимально надежно, я бы даже сказал. Shadowblade, Universe пошел на разведку. Здесь иллюзии Морфлинга. Прекрасно понимаю, что это лишь иллюзии. Ну а тем временем через верхний лес отправляются Гамбит. Без смоков. Они просто бегут вперед. Знают, что соперник где-то рядом. Universe. Блокинг-бар у него также не за горами. Брewmaster по-прежнему без блинка. У Брewmastера все довольно грустно в плане зарабатывания денег. Shadow Shaman в этом плане поинтереснее. Он также будет брать себе блокинг-бар. Есть у него уже линза. Ну и теперь, может быть... Форвард попробуют какой-то забег устроить. Минутой ранее этим пытались заняться Гамбит. Никого не нашли. Lifestealer приближается к нулифайру. Правда, накопить еще приличное количество денег необходимо. Morphling передумал тогда себе покупать Скади, взял себе линку, и Скади будет брать все-таки следующим слотом. Ну, а что поделаешь, когда там Shadow Shaman, когда там Beastmaster. Да, эту линку сбить можно, но выбить какой-то скилл, забайтить какой-то скилл было бы очень полезно. Beastmaster по нижней линии, там битая вышка. Остальная часть команды сосредоточена в центре, ну а Гамбит вообще вверх ушли. И там Kunka. И там Kunka будет один в данный момент, что по Вижену. Вижен есть в центре у фнг, но он далеко. У Никса есть дасты. Но Kunka отступил. Все это делал он на кресте. И если и хотели ловить, то делать это нужно было несколькими секундами ранее. Shadow Shaman приближается, ставит варды и начинает просто ломать на тривышку. Моментальный глиф. И вот сейчас может быть очень интересно. 35 минут как-то быстро пролетели. И тем временем Т3 разрушенная. Можно отступить. Можно отступить. Можно сломать шрайны. Хотя бы один. Можно дождаться Рошана, который относительно скоро будет. В зависимости, конечно, от дополнительного таймера. 3.50 на 3.50 были коэффициенты, напомню, на паре матчей. И вот там... Я даже не знаю, есть ли люди, которые прям с полной уверенностью поставили на одну из команд 2-0. Согласитесь, судя по тому, как проходит эта игра, если эти 2-0 случатся, то будут они точно при равном противостоянии. Цена ошибки может быть довольно велика и с той, и с другой стороны. Вот вопрос, да, кто запушит быстрее, если у кого-то не окажется байбеков, если кто-то будет в большинстве. И здесь подставляется, ФНГ пытался снова какой-то прокаст выдать на крипов. Макропиру, скорее всего, постелить, и теперь просто кидает все, что может перед смертью. И смотрим байбек, и видим, что байбек у него есть. Однако тратить его вот так просто, конечно, не очень хочется. Пока этот байбек не произойдет. А вот он все-таки произошел. Doom повесили на Lifestealer. Погоня за ним началась. Есть корабль. Рор неплохой. Корабль долетит до Immersion. Immersion еле живой. Kunka последний удар не достает по Immersion. Immersion пока поживет какое-то время. Doom здесь просто избивает YawaR. Толпой просто накинулись на YawaR. А Resolut1on все это время подумал. Но он ничего не может сделать. Пока погиб лишь Nyx, но в размен на Kunka. Здесь и Акулыча все-таки подловили. Ой, как все плохо. У Гамбит сейчас может сложиться. Байбек, конечно, от Immersion имеется, но этого недостаточно. Погибает также после байбека капитан команды. И Forward Gaming оказываются победителями в этой схватке. И заходят на центр. Здесь Resolut1on. Дума больше не будет. Не будет как героя. Вернее, не будет ультимейта. Герой еще, конечно, жив. Нет еще рефрешера. Герой, вернее, будет жив, как только байбек прожмет. Байбек у него есть. Resolut1on очень много урона получил от Афонина. Ну а вот он Doom. Вот он выкупается. Здесь Shadow Shaman поставил свой ультимейт. Попытка разрушить милишный барак. Врывается Акулыч, получает моментально хекс. Но бить-то его кто будет? Никто пока не будет. Зато хороший торрент по двоим. Но здесь просто залетает Афонин и начинает драться. Как-то Resolut1on поинтереснее смотрелся в этом ПВП. Очень много людей потеряли Гамбит. Теряют также сторону на центре. И... Возможно, придется отступить. Морфлинг. 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 Что? А, good game. Все. Тогда вопросов нет. Настолько был увлечен дракой, что не заметил две заветные буквы. Ну что ж, Forward Gaming одерживают победу в этой игре. В этой карте, конечно, зарабатывает первое очко в рамках группового этапа. Мы обязательно будем смотреть, что будет происходить на карте под номером 2. Напомню, комментирую для вас Mortalles. Пока уходим на небольшую паузу. И обязательно вернемся смотреть вторую карту.